Поэзия, таящаяся в прозе, есть главный прием Хемингуэя. Многие ошибочно воспринимают простоту. Хотите фирменный соус к бургеру? Нет, не нужно. Спасибо, Шантель. Можешь идти. Очуметь! Винни-Бага 75-го года! Мы назвали его искателем праздника. Сколько мы дорог исколесили на этом ржавом корыте. Я, наконец, везу Джона в Кью-Эст, в дом Хемингуэя. Детки, мы скоро вернемся. Папе в его состоянии за руль нельзя. Где это мы? Мы не дома. Нет, мило, мы в Пенсильвании. Какого Диккенса мы забыли в Пенсильвании? Забытая жизнь. Мы с отцом просто должны это сделать. Это кто? Это младшенький. Правильно, его зовут Уилл. Да, Уильям. А это кто? Племянники твои. Нет, твои ученики. Незабываемое путешествие. У мужа проблемы с памятью, я боюсь, что он уйдет и заблудится. Джон! Запрыгивайте. На это? Родная, немедленно слезай с мотоцикла, бога ради, это же опасно. Я начинаю предложение, но прежде чем его закончить... Уже не помнишь начало? А где Элла? Я здесь, Джон. Это и правда ты? А ты кто? Джон! Мой Джон, обаятельный, образованный. А ты его у меня украл, отдавай его обратно. Кто украл его? У тебя украл его и у меня. Нежно и трогательно. Пообещай мне, что не бросишь меня. Я обещаю. Даже не верится, что у меня такая красавица-жена. По мотивам романа-бестселлера. Помощь мне нужна? Мы уже вызвали эвакуатор. Сумку давай. Она в кемпере. Здесь всего-то 8 баксов. С предохранителя снять не забудь, когда будешь стрелять, дорогая. Уже сняла, дорогой. Хелен Миррен. Таких приключений у нас с тобой еще не было. Дональд Сазерленд. Я так рад, что мы снова путешествуем. В поисках праздника. Мы в раю? Возможно. Как думаешь, а гамбургеры тут где-нибудь продают? Возможно.